Капитан, я не хочу вас огорчить, но существо почему-то развернулось и летит в нашу сторону и пытается... Компьютер, отключая всю энергообеспечение... Капитан Шити, давайте мы отключим все энергообеспечение, именно как его. В да? этом... Это я предложение как бы за эту тему. Накидываем маски на себя, отключаем все. У меня, капитан, у меня другое предложение. С нами два раза связывалась команда того корабля. Надо отправить им шаттл. Я понимаю, тут уже как времени повезет. Не хватит, Андрей. Либо существо на шаттл напрыгнет, либо оно полетит дальше и на их корабль сожрет. Но мы-то вы... Блин, мне так нельзя делать. Андрюша, времени не хватит. Нам нужно уйти в отсек, куда мы пришли. И, ну, я имею в виду туда. Подготовить шаттл к полету. Хотя он, мы его затаскивали, он там искрился, поломанный. Вообще не вариант. Вообще, я предлагаю сейчас на данный момент. Я даже не знаю, почему она летит обратно. Предлагаю полностью. Он атакует? Она заходит снова на нас. Я предлагаю полностью обрубаем всю жизнеобеспечение. Везде. Потому что, скорее всего, в связи с тем, что мы поставили заслонки, поторопились, она увидела энергию и пошла обратно. Вот это мне лично. Капитан, принимай решение, я предлагаю именно таким образом. Она сейчас считает нас хищником, она бы и не пошла обратно. И вот. Капитан, засечены несанкционированные телепортации. 3 так. штуки, палубы 4, 3 и 7. Они пришли. Саня, не так энергично, у меня башка уже взрывается. Нет, все нормально, все нормально. Мы Борга не взорвали, еще не ассимилировали, как бы. И тут еще три типа каких-то к нам напали. Я пытаюсь выяснить у Борга... Тань, немножко осади, хорошо? То есть я как-то понял, что... Нет, серьезно. И тут, говорит, стены сужаются, да? Да. Нет, серьезно, просто мы последовательно... Нас Борг убьет просто сейчас. Я как бы слышал, что Борг мне сказал... Ну, реплики его, которые от обычных Боргов не исходят, да? Я пытаюсь снова его спросить... Что вам делать с улиткой? Пожалуйста, интеллект, извини, пожалуйста, я тебя так. Но ты не знаешь своего параметра, я буду тебе говорить, да, ты прокинул или нет, ты не прокинул. И этот раз, да, ты прокинул, ты чувствуешь недалеко разум Борга. Он коснулся, и ты чувствуешь, что здесь есть 3 Борга, и у них есть команда уничтожить все живые существа на данном корабле. Или ассимилировать. А, кстати, я тоже являюсь живым существом, или они еще считают меня за своим? Ты еще более... Тебя считают за своего. И к тебе бьются сейчас в твой разум. Пытаясь включить твой визор для того, да. чтобы понять, что у тебя находится здесь. То есть читать с тебя информацию. Капитан, я предлагаю отключить жизнеобеспечение. У нас улитка сейчас протаранит нас. Так, давайте компьютер жизнеобеспечения до минимума снижаем, чтобы... Не отключаем полностью. Так, а мы как сможем же? У нас есть эти, как его, для того, маски. Чтобы дышать, конечно. Я предлагаю, ребят, я серьезно говорю, потому что эта тварь полетела обратно. Ну, хорошо, выключаем жизнеобеспечение. Не, погодите, так, одеваем маски тогда срочно. Одеваем маски. Ребят, кислород не сразу идет, у вас все ваши помещения герметичны, поэтому... То есть мы еще... Да, вы можете даже некоторое время без масок походить, у вас просто кислород будет кончаться и все. Ну ладно, мы как бы это знаем, то есть когда надо... Капитан, решите отключить. Да, ну и компьютер, я сказал, отключать, да. Так, я к Боргу обращаюсь... Борг, ты Борг, или ты с нами, дружище, ты скажи что-нибудь еще. Вова, да иди, дай нам контроль над визором. Да, я пытаюсь немного это... Нет, правильно, Вова. Они тут. Уничтожить и ассимилировать цели. Вова из 9, дай контроль над дружище, визором. Дружище, как тебя звали в жизни, в прошлой жизни? Ребята, вы этого не слышите, это слышит только Вова. Я просто ему так. А я вот тормошу, дружище, тебя как-то звали, как твое имя? Ты его не а я могу воздействовать на него, на Вову, чтобы он вернулся, как бы не поддавался? А я ты бы услышал, да к разуму, Борг. Ты бы услышал и услышал бы, что еще Борги. Ну тогда бы тебе было бы... Надо железку с ним вытащить. Мы так-то не знаем, что к нам еще на борт, ну, кто прибыл. Давайте просканируем тех, кто прибыл. Подожди, у нас... А не можем, у нас все выключено вообще. У нас выключена система обеспечения. Система обеспечения. Энергия тоже выключится. Дружище, компьютер у нас работает. Ты больше с нами или с Боргом? Вова, извините, дай мне контроль над твоим визором. Говорит 7 из 6. Они пытаются залезть в мой мозг. Так, сделай еще, Вов.
Вова, мозг это еще не страшно. Где ты находишься, дай свои координаты и контроль над визором. Так. Капитан, я предлагаю трахнуть ему по башке. Нет, ты скажи, ты можешь с нами идти, ты... Ты хватит страдать, Вова. Да, то есть, как бы действуй, ты либо даешь им контроль, либо не даешь. Компьютер, краткая сводка, улитка уходит от нас. Сэр, она приближается на повышенной скорости. Я не даю им контроль, ну, пока они сами не... Они же могут сломать. Сколько времени? Они, да, не могут снимать твой контроль. Но нет, смотри, как бы ты можешь сопротивляться их контролю. Через какое время оно к нам подойдет? 10 минут, сэр. Капитан, я предлагаю, вы пока там решаете, а я к себе капитана дергаю. Капитан, я предлагаю быстренько сделать на маневровые двигателя, подать энергию и хотя бы попробовать уклониться от столкновения. Так, а он отсюда может, да, сделать, Джон? Ну я же в инженер, да, какая разница, это же инженер. Давай. Палка с двумя кнопками. Сколько мне кинуть кубик надо? А, смотри, ты как только начинаешь вообще что-то делать, да, ты понимаешь, что вся энергия вот сейчас как раз-таки с маневровых двигателей перенаправлена на ретранслятор. О, моё. Я предлагаю убить Борга. Борг, давай, ты отдаешь им контроль или нет? Нет, не отдаю. Нет, а мы же видим эту... В натуре, а? Да. Не, погоди, так он не отдает контроль другим Боргам. Вова из 9... Ты слышишь Боргов непосредственно? Вова из 9 поврежден. Уничтожить и забрать все детали. Джон, ты можешь, Джон, ты можешь разрушить вот этот ретранслятор? Вот здесь где-то кабель же какой-то, да, есть. У меня есть для этого лом. И Борг. Гордон Фримен. Вов, ты слышишь тем временем? Необходимо подключиться к главной системе. Иду на капитанский мостик. Боюсь, налево, не тут. Это ты говоришь, да? Да, это я говорю. Вы понимаете, что он себя ведет как-то странно и двигается как человек, скорее, нежели чем Борг. Капитан, он Джон. Джон, ну, почему сейчас, вот почему сейчас Дима не заподозрил Борга, ему? Хотя он реально он Ребят, должен убить. Ребят, у нас по кораблю ходят три Борга, ты выясняешь, что лжет он или нет. Давайте пойдем что-нибудь делать. А что мы можем... Рядовой, подожди сейчас. Просто нас убьют, Вова, все, ты знаешь информацию о том, что Борг, ты либо на их стороне, либо наша, определись уже. Джон, ты уничтожай это... Я ученый. Я не смогу его перепрограммировать, мне нет, не хватит. Нет, просто заглушит вот это то, что создал этот самый Борг. Хорошо, не вопрос. Я беру этот... А, кстати, Вов, ты знаешь, как... Электромагнитную гранату. У меня же есть одна Саня, у меня есть одна электромагнитная граната. Я просто подхожу к панели, говорю: капитан, ты сам попросил. Открываю панель, Вова отключился. Блин, я ничего не нашел. Достаю чеку и кидаю просто за панель. Я не знаю, что произойдет, я серьезно кидаешь? Говорю. Я просто кидаю и отбегаю. Электромагнитный А где всплеск. Ты, в какой в сторону? За панель? Я ж там сижу за панелью. Твою ж налево. Электромагнитная граната, тебе ничего не будет. Вов, не, смотри, да, Вов, пока он это не сделал, я тебе говорю, ты знаешь, как перенаправить энергию обратно. Потому что все это делал ты. Не, а кстати, я подхожу такой, я иду панель. Вова, время да. дается Реагируй, тебе, давай. Вов, быстрей. А радиус этой гранаты, он до Вовы не достанет? Меня могут отключить. Я быстро подхожу к панели, пытаюсь вспомнить, что именно... Я сделал. Нет, ты помнишь, да. что ты сделал, ты прекрасно знаешь, как тебе нужно перенаправить, но тебе необходимо для этого время, минута где-то. Тебе нужно отключить вот этот силовой кабель, который валяется на полу, но он уже отключен, и просто переподключить его в другую систему, которую ты, собственно, переоборудовал, для того, чтобы этот корабль потом подогнать к сфере Борга. Так это же наоборот опаснее. Нет, это у тебя задачи были такие, но ты знаешь, как... Последовательность задач была. Да, но ты знаешь, как перенаправить энергию на маневровые двигатели для того, чтобы просто корабль начал двигаться. Понимаешь, да? Ты должен нам отдать команду, он... нам сказать: стоять всем! Дайте дружище, минуту, дружище, я вижу у него где-то... Проблеск. Нет, трафарет там нанесен на железке, на его цифра 9. Румарука и 9. Да. На левой ягодичке румарука, на правой 9. А разделяющая линия, мы пытаемся понять, что это. И оттуда этот кабель торчит, который энергию все жрет. Может, ему кабель не дает сосредоточиться, но давайте как бы его... Не, а как мы решили называть будем? Он испытывает там легкий... Вова из 9, да, или Рома? Рома из 9. А давайте просто... Давайте его открывашкой называть, там, Карлсон, там, я не знаю. И получишь тяжелой рукой по голове.
Не, ну я буду как только не называть. Не, ну в общем я прочитал какие-то надписи там и цифры, и... Что ты делаешь? Ты будешь как-то реагировать на это? У меня сложилось слово «Вова из девяти». Я говорю: «Вова из девяти, Вова из девяти, ты можешь нам, дружище, помочь? Ты с нами?» Сразу же в доверие вошел. Да, вообще сразу. Я быстро подхожу к устройству, которое я подключал, бывая Боргом. Быстро перевожу энергию до на двигателе, на манер Боргом. А, он сам делает. Ты ведь, Денис, видишь, что двигатели включаются, вот ты уже начинаешь вытаскивать чеку такой, система, двигатели включена. Двигайтесь. Я такой стою, такую гранату, я уже чеку вытянул. Ааа, что я делаю? Так это электромагнитные гранаты на тебя не подействуют. Вытаскиваю кабель, засовываю гранату и кабелем подпираю. И реально просто бегу оттуда. И вот подбегаю, надо же что-то делать. Подбегаю вот к этому, как... Ой, что я сделал? Подбегаю к этим и начинаю, говорю: капитан, решите сделать срочный маневр, попробуем уклониться от улитки. А у гранаты еще пока вот она сейчас через 3 секунды взорвется. Капитан, и ты мне говоришь, можно или нет, или как, чтобы начинать делать маневровый. Маневр, да, конечно, можно. Маневр, этот, Саня, у него в пике граната, он будет кидать этот, или на что там, повредится у него что-нибудь или нет? Да, я сейчас сам кину, я сейчас скажу. Ну, я сложил бы как-то ее. Почему ты как не среагировал? Вы как-нибудь реагируете? А, ну хорошо, ладно. Не, ну смотрите. мы ждем ну, выброс гранаты. Граната этой. А, граната, значит, взрывается, вы слышите, и у вас выключается свет такой. Тынь-тынь-тынь. Вообще, на всех панелях. А я... Здесь, нет, панели, свет как бы горит. Все, потухло. Да. Мне нужно кинуть для того, чтобы этот, как его... Не, граната взорвалась. Там у него такая тема. Я просто... Не, так, погоди, стой, она электромагнитная, и мне это, телу на повреждение не нанесли, кроме чего, когда впихивал ее. Не, с чего бы? А электромагнитная же, она ж не... Не, он наполовину так и тостовый. Он выключает все устройство, что есть. Вова, ты себя как чувствуешь после этого? Фигово, скажи. Немного. Так, две секунды. Просто мне интересно, он в сознании или нет? Да, он, ну, у него дымится, там нет. Так я должен быть без сознания, потому что... Да, ты дымишься, ты сознание. Ты в сознании, не надо, все в порядке. Ты все слышишь, ты это все видишь, как бы, не просто так. Но двигаться не можешь, потому что я отключил его. Я бы уже на месте Вовы просто перестрелял бы всех. Не-не-не, у него там просто энергетический щит, он защищает. А, все понятно. Хрен его что пробивает. Две секунды, ребят. Бога просто так не убить. Так, я предлагаю всем сейчас собраться... Это оружие на изготовку, пойти вообще к сфере. Пока мы пойдем, нас улитка протаранит. Можно мне кинуть кубик для того, чтобы попробовать уклониться от этого? После того, как маневр сделаешь, да. Ага. Так, сколько мне надо выкинуть? Ну смотри, это довольно сложная задача. Это будет 3, потому что ты находишься не на капитанском мостике, ты не видишь всей подноготной. -3 тебе на бросок, на 11 и ниже. Я напомню тебе, у тебя было 2 фишки с прошлой игры. Я по-любому воспользуюсь, это железобетон, если сейчас не меньше кинуть. Нет, ну ты сначала кинь, если не получится. Не, ну это понятно, да-да-да-да. Потому что это надо сделать, реально. Давай. 16. Трачу одну фишку, я что делаю? Ты делаешь успешный бросок. Еще 2, если тратишь, то ты делаешь критический успех. Нет, просто успешный бросок. Окей, хорошо. Смотри, ты уворачиваешься, ты выводишь корабль на маневр. Это довольно долгий процесс, потому что это космические скорости, сразу говорю. И поэтому это занимает какое-то время. Ваш корабль скрипит, он без щитов, обо что-то бьется, вы слышите какие-то скрежетящие звуки, идет вибрация по всему кораблю. И компьютер вам сообщает. Гравитационное поле корабля, искусственная гравитация корабля находится в опасности, поскольку сейчас щиты отключены и постоянно идет атаки от ближайших объектов. В ближайшее время ожидайте отключения гравитации. Алло? Капитан, что делать? Я откуда знаю, что он там капитан говорит? Я думал, у меня просто отличный звук. Мы все молчали. Так, маневр получился. То есть маневр получился. Нет, ты делаешь этот маневр, он как бы у тебя получится. Да. Я стою пока вот здесь. Да, ты выворачиваешь корабль. Тем временем ворги нас просто уже ассимилировали всех. Должны. Нет еще пока. Они дойти до нас. Поверь мне, корабль очень большой. Один-то борг мы не знаем, но он пошел в капитанскую фигню. Да, там сейчас надо. Вова, ты должен нам все рассказать.
Ты должен был, да, либо на их стороне, либо нашей. Капитан, можно я пойду и убью Борга, хотя бы тот, который на капитанском мостике сейчас нас ассимилирует? Давайте вот этого сперва завалим. Ты не знаешь, что у тебя не знаю. У тебя нет электричества, у тебя нет заряда, чтобы нормально стрелять. У меня есть еще ручная штука, и у меня есть пистолет с гранатами, я сделаю, что хочу. Ребята, я хочу, чтобы он сделал, что хотел. Мину в рюкзак себе положил, я помню. Я предлагаю всем пойти к сфере, которую проанализировали. А, сфера-то проанализирована. Да, вытащить оттуда деталь, которая приведет ее в негодность. И потом по обстановке, если будет сильно жестко, тут с Боргами, предлагаю сесть на шаттл и, возможно, полететь к тем, кто посылал это самое сигнал бедствия. Компьютер, понял. Входящее сообщение со сферы Борга, сэр. Алло, Борги, я вас слушаю. Капитан, мы говорим с корабля. Мы выжили, сэр. Они пытались ассимилировать нас, но некоторые криокамеры не работают. Здесь произошла какая-то утечка энергии. Кто это? Не обращает на нас внимания. Должность, звание, кто это? Я рядовой Хьюго Уэй. Нахожусь на борту сферы, сэр. С Федерации, как я понимаю, да? Да, сэр, я с вашего корабля. А, ваша численность. Рядовой, я тебя не узнал просто по голосу, но... Я понимаю, что у вас огромный персонал. Нас здесь около 120 человек. Нас всех забрали с USS Борщ, сэр. Ого-го. Некоторые находятся в криокамерах. Я видел еще 5. Они шли по техническим каналам. Я не разбираюсь. Вообще как в лабиринте. Сэр, нам надо что-то делать. Мы можем что-то произвести. Возможно, какую-нибудь диверсию. Наши ребята погибают, скорее всего. Но никого пока не ассимилируют, что самое забавное. Сейчас Борги заняты починкой ядра. Хьюго, да, его зовут? Да, Хьюго. Хьюго, я тебя понял. Дело в том, что у нас корабль тоже не в лучшем сейчас состоянии. Так что пошли в жопу, да? Нет. Но нас то улитки атакуют, то еще какие-нибудь, значит... Женя, можно я тебе скажу? Нет, я просто ему говорю, что у нас исправно есть шаттл. Минутку, просто не надо останавливать, но я тебе просто что хочу сказать. Саня сейчас себе там сам подсказал, что они ремонтируют ядро. То есть от этого можно плясать, я вот что имею в виду. То есть он сказал, что нам делать, и он сказал, что они ремонтируют ядро. То есть вот от этого плясать, понимаешь, какая ситуация? Ядро. Да. Я поправил немножко просто, потому что Саня и в прошлой игре, и в этой игре подталкивает нас на что-то, как желательно, Я тебе просто говорю, все, я тебе ничего не говорил, все, делай то, что хочешь. Я понял. Так что, Хьюго, у нас есть исправный шаттл, мы посмотрим все, что сможем сделать. Как только мы здесь решим небольшие проблемы, мы попробуем... Сэр, у них работают телепортационные, я не знаю, как они работают, но если бы мы получили к ним доступ, мы смогли бы телепортировать всю команду к нам на борт. О, это бы было неплохо. Это очень сложно. Консультация Боргу, может, Борга. Никому, нет? Андрюха, у него из пека этот как его дымит. Да что нам делать? Дайте нам какое-нибудь распоряжение, потому что я могу найти этих 5 по техническим каналам, или как они называются, эти штуки здесь. Я могу с ними переговорить и связаться как-то. Хорошо. Капитан, решите этот план решений. Да, Джон, да. Я предлагаю им поставить такую задачу, чтобы они в течение энного времени постарались по максимуму собрать всю информацию о численности численности корабля Боргов, о их численности команды, полностью что выведено из строя, что не выведено из строя, и вообще, в общем, и тогда уже после этого какие-то конкретные задачи ставить, вплоть до того, что пускай попытается разобраться с портом, телепорт или как он там правильно. Да, Хьюго... Сэр, несанкционированное использование ваших кодов на капитанском мостике. Вот о чем я и говорю. Они ломаются. Вот сейчас, Дима, мы узнали. Вот сейчас мы узнали. А до этого это Вове просто в мозгу было. Ой, я иду на капитанский мост. Хьюго, в общем, соберите как можно больше информации про системы. В каком состоянии системы Боргов, да, вообще, что у них сломан, нет. И одновременно разберитесь с телепортами и потом свяжитесь снова. Есть, сэр, я сделаю все, что в моих силах, сэр. Все. Так, я предлагаю всем пойти... Сигнал связи закрыт. Две секунды.